Сегодня 19 июня, горох сорт Rocket. Пока еще цветет, можно сказать, доцветает. Уже завязались бобики. Ну, в 3, в 4 ярус, в 4 яруса преимущественно где-то так, хотя здесь, может быть, есть немного краевого эффекта. Ну да, где-то 3 яруса, но в целом нормально себя ведет горох. Rocket цветет, справились с тлей, то есть листочки макушки верхние чистые, проблем нет. Сейчас пока все хорошо, так как говорится, как нужно. Сейчас горох получается высотой, наверное, метр здесь есть. Ну где-то да, так и есть, это до метра. Так что все пока неплохо. Фунгицид держит, хотя когда наносили, вносили, здесь был препарат Аканта плюс, ну как бы проблем не было в это, и плюс сейчас еще получается, что достаточно сухо, то есть вот стали появляться трещины. Ну горох держится, пока держится. Осадков нет уже, наверное, более 10 дней, наверное, нет дождей. Может быть, даже больше. Температура в пределах 30 градусов. Но горох на вспашке держится молодцом. Ржавчины, признаков, пятен, ну, пока нет. В основном, вроде видишь, какое-то пятнышко есть темное. Начинаешь приглядываться, это пыль или что-нибудь еще. Поэтому горошек достаточно живой, чистый, красивый. Ну и, естественно, и ожидания от него такие хорошие. Так что ни болезней, ни вредителей. Так. В целом, по защите гороха, то есть были опасения, что марь, которая была, вот она как раз в нижнем ярусе, то есть была немножечко ниже гороха, что она начнет бурно развиваться, но этого не произошло. То есть марь сейчас, вот я ее сейчас нахожу, но она развивается на открытых участках, то есть на участках, где проходил опрыскиватель или где, может быть, стыковая. А так в целом вот здесь как раз стыковая линия, а грех нет, можно сказать. И схема здесь была, это прометрин, почвенно внесли гамбит 2,5 литра, и затем базогран. И затем базогран, и даже противозлаковый препарат вот именно на этом поле не вносили. Ну, просто как бы здесь уже в связи с логистикой стали более, может быть, где-то не успевали. И выбирали поля, где стоит вносить, а где можно и не вносить. Здесь не было такого сильного засорения, то есть, можно сказать, его вообще не было. То есть сейчас вот что-то появляется, опять же, появляется в стыковых линиях. Поэтому это все не может просто конкурировать вот с таким вот хорошим горохом. Вот так вот. Некоторые вот такие вот комментарии, замечания. Сегодня 19 июня. Горох сорт Rocket. Вот такой вот посев.